от генератора. От 500 МГц до 2 МГц, 500 кГц до 2 МГц в данном случае. Тут лишние детали или тут не надо смотреть. Вот. Если кому интересно, нарисую схему. Ну, в общем, это вот по этой схеме. Это выход. Тут резистор переменный 10 кОм и 1 кОм. Последовательно переменный 10 кОм и 1 кОм не переменный. И конденсатор. Сколько? Сейчас скажу. Двести двадцать пикофарад. Нет, 270 пикофарад. Ну и тут стабилизатор напряжения, там сглаживающие конденсаторы на входе и на выходе. Тут тоже 5 вольт стабилизатор напряжения. Это все лишние детали, я там пробовал делать. Этой схемы у меня тут сказано, как-то нам не криво работает. Тут частота как-то вообще тут как-то что-то не то было. Вот таких диодов не поставил, поставил другие. Вообще, зачем они нужны, тут не понятно. Вот поэтому, и там еще сигнал на выходе не инвертирован. То есть, ну, в общем, там полный провал у меня получился с этим генератором. А вот тут вот по этой схеме все четко работает. Вот частота как регулируется. Там на драйвере уже сигнал снимается. Ну, 0,5 микросекунд клетка. Поставить другой конденсатор и будет другая частота. Вот попробую показать, как работает этот генератор, если камера не зависит. Такое залипание эффект есть. Может, наводки наводится на конденсатор. Вот. Схема от плюса питается, где драйвер, значит, тут все отфильтровано, может. Такая длинная дуги получается, что я никогда не получал ее. Вон тут зацеп происходит, и там, вероятно, скважинность увеличивается на генераторе. Такая сценограмма получается, ну, как странно, не синус. Потребляет что-то не так уж много этого генератора. Потребляет 3, меньше 3 ампер. Ну, холод какой.
если долго держать, начнет пожаривать. Определил, что можно где-то до 3,2 МГц дотянуть частоту. Это ограничивает скорость драйвера. Сам генератор может там где-то и до 8 может МГц дотянуть, так например, примерно не превышая 50% скважинность. А драйвер уже где-то на 4 мегагерцев, кажется, например, уже начинает скважинность очень сильно увеличивать, потому что, видимо, это delay time, время задержки, так делает, не вытягивает, у него начинает скважинность очень сильно расти, дальше повышая частоту, и уже невозможно ее повысить нормально и раскачать что-нибудь, и сам драйвер начинает греться где-то выше 4-5 МГц. Поэтому можно только, может, если побыстрее драйвер купить, то может выше частоты бы вытянуть. Можно было бы. Теперь где-то 2 МГц.